Так, спасибо за ожидание. Да. Давайте подведем итоги вашего вопроса. Да. Такой, чтобы объем дошел, если просто больше печатать, то может и вот вся вот эта суть великолепная не дойти до Владимира Владимировича. Благодарим вас. Главная суть. Мы просим Нестерова Метлицкий, очень просим многоуважаемого Владимира Владимировича Путина со всеми участниками, организаторами прямой линии Владимира Владимировича «Самый лучший в мире», со всеми россиянами, со всеми людьми доброй воли на планете, мы Нестерова Метлицкий очень просим Владимира Владимировича Путина избираться на два президентских срока. 2018, 2024, 2030 года. И на пост председателя правительства и партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича. Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Так, наша Россия, наш президент. Да. Сила и ваша честь. Да. Слава! Ура, ура, ура! Великая победа и мировой успех двух президентских сроков Путина Владимира Владимировича 2018-2024-2030 года и на пост председателя правительства и партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича на века. Так, все, благодарим вас. Благодарим вас. Прямая линия Владимира Владимировича Путина самая лучшая в мире. Ага. Владимир Владимирович Путин, президент, любимый, всенародный. Ага. Прекрасно отвечает на все самые главные, важнейшие исторические вопросы нашего времени. Ага. Самый лучший в мире тандем. Владимир Владимирович Путин, Дмитрий Анатольевич Медведев. Так, Петр Николаевич, вот мы вот этой фразой подытожили. Благодарим вас. Все, спасибо. Все, огромное вам спасибо, низкий вам поклон. Поздравляем вас, спасибо. Спасибо, до свидания. До свидания, всего доброго. Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Ура, ура, ура! Великая победа России на века. Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Поздравляем, много счастья, здоровья, успехов вам желаем. Долгие, благая вам лето. Ура, ура, ура! Великая победа России на века. Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.